На завтрак у меня арахисовая паста с кусочками арахиса, банан, шоколад горький бабаевский и зеленый чаек. Приятного аппетита! Ребята, всем привет! Забыла поздороваться. Я всегда забываю здороваться по утрам. Сегодня я решила показать, что я кушаю за день с КБЖУ. Все посчитаю, потом вечером скажу, сколько вышло по итогу. Сейчас в моей голове мелькает мысль о том, что я хочу увеличить количество потребляемых калорий и вообще начать считать калории каждый день, чтобы проделать увеличение обмена веществ. А для этого нужно считать калории каждый день, чтобы постепенно их повышать. Не знаю, насколько меня хватит, и не знаю, стоит ли это действительно делать, потому что каждый раз, как я начинаю считать калории, у меня потом появляются какие-то вечные загоны. То ли я ем мало, то я ем много. Не знаю, как это провести. Вернуть и посмотрим, буду ли я считать или нет. В общем, сегодня узнаем, сколько я ем. Я стала есть больше, потому что ко мне приезжала мама, у меня желудок увеличился, я стала есть чаще. Короче, посмотрим, сколько сейчас калорий я потребляю. Возможно, буду считать калории. Но об этом я еще подумаю. И вам, конечно же, сообщу потом свое решение. Еще, кстати, хотела сказать о том, что я сейчас перестала стоять в планке каждое утро, потому что мне написала девочка в директ о том, что это вредно для позвоночника. А это действительно вредно, потому что у меня последнее время реально стал болеть позвоночник. И я думала, в чем причина. Я уже списывала это на кровать и на то, что я сплю неудобно. Я потом уже стала по утрам специально разминаться. В итоге, знаете, в чем причина? Это, оказывается, причина в том, что нельзя стоять в планке с утра. Прямо как вы проснулись. Максимум можно там спустя час. Минимум, точнее, спустя час. Потому что позвоночник, он гидрофильный, он задерживает влагу. И, в общем, как это все там действует, он очень слаб, нагрузка, в общем, растет. Короче, профессор из Канады рекомендует стоять в планке, вообще в планке в любое время суток, 3 раза по 10 секунд. Стоять в планке больше этого времени, это просто бессмысленно. Поэтому, да, я теперь буду стоять в планке вечером и следить за своим здоровьем дальше. Время 9 часов. За то время, как я проснулась, я уже успела поповторять материал, потому что у меня завтра экзамен. Вот, немножечко волнуюсь. И вообще с экзаменами такая ситуация складывается не очень. Я надеялась на автомат по предмету, по статистике. В общем, он у меня есть, но мне поставили 4, а у меня за 3 года обучения ни одной 4 в зачетке, и я не могу смириться с этой 4, поэтому мне придется его сдавать. И это просто меня вчера настолько шокировало, что я была полностью убита именно в моральном, психическом состоянии, потому что этот предмет реально сложный. Там такие теоремы, ты даже просто читая и пытаясь понять, ты все равно в них не можешь вникнуть. Когда мне вчера сказали, что мне ставят 4, а я не могу смириться с этой 4, ко мне пришло осознание того, что мне придется это зубрить, мне придется как-то это понять и выучить. Просто меня настолько подавило, что я поплакала. Я пока ехала домой, поплакала. Я пришла домой, мне захотелось просто побегать. И я пошла, я пробежалась, я пока бегала, я поплакала, и мне реально стало легче. И это еще раз говорит о том, что спорт, он просто как-то дает тебе такую отдушину, то, что если вам реально плохо, если вы себя чувствуете плохо, то идите пробегитесь, выплесните весь свой негатив, как это сделала вчера я, и мне реально полегчало. А сейчас я решила попить чай. На самом деле, я же потела на зеленый чай, и вчера купила чай Липтон зеленый. Кстати, он мне понравился. Но я его все равно в моем сердечке навсегда. Чувствую себя проголодавшейся и принимаю решение покушать. Знаете что? Сырники. Сырники из Икеи. Поэтому да, давайте покушаем их. В общем, я приехала на маникюр, точнее, я еще должна дойти.
Вот. У меня еще есть 40 минут, поэтому я пройдусь пешком. Должна успеть. Сегодня ровно месяц прошел с моего прошлого маникюра. Я вам сейчас покажу, что у меня творится и что у меня потом будет. Вот. Наконец-то бегу. На самом деле я с сырниками так наелась, что мне до сих пор тяжко. Они просто сами по себе по консистенции жирноватые, поэтому сложно. Кстати, вот что у меня с ногтями спустя месяц. Как бы они выглядят нормально, но уже отросли и где-то пошли трещины, поэтому время менять. Пунктуальность — мой конек. Я приехала на 20 минут раньше, поэтому я просто решила погулять здесь, походить. Хотела найти лавочку посидеть, но лавочек нет, поэтому я приняла решение просто походить и погулять, понаслаждаться воздухом. Вот. Хотела заодно тогда ответить на комментарий, который был оставлен. В общем, написали очередной раз, что как бы я ем меньше, чем говорю на самом деле, типа я занижаю калорийный. Но это просто такая дичь, как бы я уже объясняла в каком-то из своих видео о том, что мне это просто незачем делать, потому что, во-первых, я это делаю для себя. Вот. И, возможно, калорийность в приложении считается неверно. То есть тут это уже не от меня зависит. Я пользуюсь приложением Fat Secret, вбиваю в него, и, возможно, там уже что-то происходит неправильно, какие-нибудь подсчеты. Все, что я вам показываю, и все, как я пытаюсь посчитать, это чисто идет искренне, и я ничего не завышаю. Мне это делать незачем, еще раз скажу. Так что хотите, думайте, что я ем больше, хотите, думайте, что я ем меньше, но на самом деле я ем, как ем, и я показываю вам именно ту цифру, которая у меня выходит. Да. Все, пожалуй, я ответила на этот вопрос, и надеюсь, больше таких комментариев всплывать не будут. В общем, ребята, вышла я с ноготочков. Посмотрите, какая красота получилась. Я захотела что-то минималистичное, поэтому да. Сейчас в планах у меня встретиться с маминым коллегой. Мама забыла флешку, а этот коллега в Питере. Он поедет домой, должен ей передать. Вот, а потом поехать домой. Завтра экзамен, надо будет готовиться, но для начала ветер. Но для начала я, наверное, если у меня сейчас времени будет достаточно, хочу зайти купить кофе в Бургер Кинге. В Бургер Кинге самый вкусный кофе. Вкуснее, чем в Майке, и вкуснее, чем в KFC. Так что, знаете... Пришла я домой, время 2:56, голова раскалывается, трещит, мне кажется, это уже начинает сказываться изменение погоды, потому что она так скачет, завтра вообще гроза по прогнозу, с молнией и с дождем, у меня завтра экзамен, и мне надо как бы учить, а голова трещит, поэтому я сейчас выпью водички и буду готовиться к экзамену. Я проголодалась и сейчас хочу попробовать соймик, тофу-пасту, кто не в курсе, с томатами и базиликом. Еще не пробовала ее, буду пробовать первый раз. Вот она. Посмотрим, как на вкус. Знаете, по запаху мне напоминает кабачковую икру. Кабачковую икру я никогда не любила, когда ее давали в школе, например, с пюре. Надеюсь, это мне понравится. Иначе это будет фиаско. Слава богу, это вкусно. Немного похоже на кабачковую икру, но это немножечко вкуснее. Как-то я быстро удовлетворила свою жажду в тофу-пасте, поэтому я решила поесть еще яблочко. Давайте попробуйте узнать, что я за песню сейчас буду играть. Ну, не песню, ну, в общем, откуда эта мелодия. Блин, забыла
было снять, но сейчас время 6:30 где-то. Я сделала планку, 3 подхода по 10 секунд и 2 упражнения на пресс и 2 упражнения на ноги. Какие упражнения я делаю и как это происходит, можете посмотреть в Инстаграме, в актуальном домашней тренировке. Так что, если вы еще не подписаны, то все ссылочки будут внизу, заходите, смотрите. Последние дни я хожу красная, и я знаю по какой-то причине, но просто мне это не нравится. Налила себе водичку, буду пить и учить. Пить и учить, завтра экзамен. Стрессую я, стрессую, ребята, прям серьезно. Ну ладно, совсем справимся, все переживем. Экзамен это не столь важное что-то. Ой, ребята, время уже 7:11. Я получила, и знаете, что я сейчас буду делать? Это шоколадка. Да, я начала ей сахар. Я начала ей сахар, потому что я люблю сахар. Конечно же, мне нравятся батончики сухофруктов, но сахар мне тоже приносит удовольствие. И если я хочу молочный шоколад Милка с кокосом, я его покупаю и я его ем. Поэтому я сейчас буду пить чаек зелененький с шоколадкой и довольствоваться жизнью. Потому что почему бы и нет, если сахар дает мне настроение и счастье и повышает мою работу мозга. Видите, я уже думать не могу, а сейчас поем, и у меня в голове все взбодрится. На улице все еще светло, погода не очень, пасмурно. А я собираюсь с вами прощаться. Где-нибудь здесь я напишу количество калорий, которые вышли за сегодня. Я сыта, я счастливая, я ела то, что хотела. И посмотрим, что получилось из этого. Как мой организм требует еды и сколько ему нужно, потому что я себе ни в чем не отказываю, просто ем то, что хочу. И именно по количеству столько, сколько хочу. Вот. Так что, да, посмотрим. Наверное, я наела свою норму калорий суточную. Хотя я не знаю, какая у меня суточная норма калорий, потому что я не считаю калории ежедневно. Я считаю только вот, когда снимаю это видео. Да, посмотрим. В общем, возможно, в скором времени сниму еще раз такое видео, а возможно, я все-таки решу начать ускорять обмен веществ и буду считать калории каждый день. Посмотрим, что я все-таки захочу делать. А пока, да, спасибо за просмотр, спасибо за потраченное. Спасибо за просмотр, спасибо, что потратили на меня свое время, и желаю вам дальнейших успехов. Доверьте в себя, и у вас все получится. Все просто. До скорых встреч!